Поднимаемся к развалинам древние Накопи. И вот такая у нас красота. Бирюзовая. Светло-бирюзовая, красивая. Здесь открываются такие виды на окрестности. Вон там вдалеке мы видим Сухумскую бухту. Везде находят замечательные места туристы, отдыхающие, гости, которые поднимаются, чтобы узнать историю, чтобы сделать хорошие фотографии на память. В общем, без шляпс и без очков очень сложно. Сегодня практически 30 градусов, очень жарко.